може, і проголосують. Сенат США відклав канікули і таки може зібратися задля голосування щодо оборонного пакету. У тому числі і для України. Про це повідомляє CGTN Америка зі посиланням на лідера демократів Чака Шумера. Тож, проголосують чи ні? Зберуться чи підуть відпочивати? І зрештою, чи вдасться домовитися демократам та республіканцям? Поговоримо про це з Борисом Пінкусом, керівником окружного відділення Республіканської партії Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Я вас вітаю, пане Борисе. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Я рад бути на вашому ефірі. Напевно, вже знаєте цю новину, з якою нас вітають Україну, те, що на саміті ЄС ухвалили рішення про початок переговорів, про наш вступ в ЄС. Да, вы знаете, это потрясающая новость, очень хорошая новость. И слава богу, Европа немножко стала активизироваться. Но вы знаете, я вам скажу, нет худа без добра. Вот насколько тянется вот эти переговоры между демократами и республиканцами по оказанию помощи Украине, Израилю и другим нашим союзникам, настолько это подталкивают европейцев быть едиными, задуматься о том, что Украина в центре Европы, и что именно Европа должна быть сегодня едина, как никогда, и поддержать Украину. Вот это и произошло. Слава богу, лед тронулся. И вот в марте уже начнутся конкретные переговоры с Украиной по каждому пункту членства Украины в Европейском Союзе. Это хорошая новость. Вместе с тем, если вы позволите, я начну говорить о том, что происходит у нас в Конгрессе. А я вот хотела вас спитати, а чи не Вашингтон підштовхнув таким чином? Вашингтон підштовхує Європу, а Європа підштовхує Вашингтон. Точно, точно, точно. Но, вы знаете, тут есть договоренность. Во-первых, Конгресс, знаете, элита американская имеет право обижаться на Европу. Потому что Европа всегда считала Америку старшим братом. И пусть вот раз Америка старшая, так пусть на себя берет мировые проблемы больше, чем Европа. Это неправильно. Поэтому сегодня, вот, слава богу, Европа сделала очень важный шаг. А теперь слово за Америкой. Теперь что происходит у нас внутри? Сегодня последний день был официальный календарный день работы Конгресса перед выходом на рождественские праздники, каникулы. Но работа не прекращается. Пожалуйста, по словам Чака Шумера, лидера демократического большинства в Сенате, демократы остаются работать. Сенат продолжает работать. Вот это очень важно. Это раз. В повестке дня у них несколько вопросов. В том числе будет голосование по оказанию помощи Украине, Израилю и остальным странам. Вот это очень важно. Там нужно из 100 голосов членов Сената набрать 60. Я думаю, это наберется. Это первое. Более сложная ситуация именно в Нижней палате. Я вам буду говорить как гражданин Америки, как обыватель, как налогоплательщик, как человек, который каждый день сталкивается с проблемами, которые пугают нас, американцев, и внушают нам страх в будущее этой страны. Прежде всего, вот этим огромным наплывом нелегальной иммиграции. Я говорил в прежних эфирах, повторю еще раз. Вот за эти 2,5 года вот, в Америку хлынуло 8 миллионов нелегальных иммигрантов. А вот сенатор Маршалл буквально 2 дня назад сказал, что их уже 10 миллионов. Вы можете представить? Это люди из разных стран мира, большинство из Латинской Америки. Люди с различным прошлым, преступным прошлым, например. Они везут наркотики, они везут оружие, они везут заболевания, о которых Америка давно уже забыла. И на все это нужны деньги, чтобы их содержать. А это не предусмотрено в бюджете. Почему сегодня республиканцы так артачатся, так сопротивляются? Почему? Потому что второго шанса больше не будет. Второго шанса заставить Байдена выделить деньги на обеспечение безопасности границ с Мексикой больше не будет. Почему? Потому что сегодня, вот, например, сегодня
есть хорошая новость, был сформирован и проголосован бюджет военный. На военный бюджет Америки 886 миллиардов. Господа, это хорошие деньги, и туда вошла помощь Украине. Помощь выросла от 300 до 800 миллионов. Вот это очень важно, огромный скачок. Это плюс. Это не те деньги, о которых говорит Байден, о 61 миллиарде для Украины. Это абсолютно другие деньги. Вы понимаете, я вам скажу такую вещь. Вы что думаете, республиканцы идиоты? Они что, не понимают, если Украина проиграет, проиграет Америка? Вы посмотрите, каким уверенным тоном сегодня Путин выступал на своей прямой линии с общественностью. Вы видели? Почему? Он обрадован тем, что происходит сегодня в Вашингтоне. Он надеется, вы посмотрите, он не скрывает, что республиканцы придут к власти, заставят Зеленского сесть за стол переговоров, и Путин легально на этих переговорах зафиксирует оккупированные территории. Это 20% украинской земли. Шиш ему и чушь собачья, этого никогда не будет. Почему? Кто бы ни был в Белом доме, но, скорее всего, республиканцы будут, они никогда не пожертвуют Украиной. Пожалуйста, вам самый наглядный пример – это спикер Джонсон, который руками и ногами за Украину. Окей? За ним стоит монолит между демократами и республиканцами, которые за Украину. И причем, вы знаете, меня, конечно, напугали слова Байдена вчера, который, если до сих пор говорил, что Америка будет помогать Украине с тем, настолько, сколько ей нужно, а вчера он сказал, что Америка будет помогать ровно столько, сколько мы можем. Это ужасные слова. Этого не должно быть. Поэтому республиканцы говорят Байдену, мы подпишем помощь Украине при одном условии, что в списке оказываемой помощи Украине наконец-то будут наступательные виды вооружений. Это атакамс и радиусом действия 300 и более километров. Это самолет. Пане Борис, ви мене чуєте? Зв'язок у нас переривається. Чи чуєте ви мене? І ми все ж таки спробуємо відновити зв'язок з нашим гостем. Це Борис Пінкус, керівник окружного відділення республіканців Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Ми говорили про те, як змінили свою позицію республіканці. Вони готові відмовитися від різних. Вдалося відновити зв'язок з нашим гостем. Борис Пінкус, керівник окружного відділення республіканської партії Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, з нами. Отже, я знаю, що ви критикували неодноразово Джо Байдена за те, що він гальмує надання атакамс. І ще в серпні ви казали, що в нього на столі лежав папір, який чекав тільки на підпис про виділення цих ракет. Тим не менш, Джо Байден називав от відмову голосувати до Різдва військову допомогу додаткову для України подарунком різдвяним для Путіна. Ви самі сказали, я теж дивилася цю прес-конференцію, де Путін сказав, все, Захід відмовляється від України. В Інституті вивчення війни підсумували, що ціль наступів росіян нині – це не стільки захопити території, як Захід, щоб зробити все, щоб Захід відмовився від цієї допомоги. Найкращим, знаєте, от ви кажете, що Штати будуть підтримувати, ми віримо в це, але переконати найкраще чим? Військовою допомогою. Яким буде це голосування? Джо Байден же ж погодився на деякі поступки. От смотрите, є хороша новость. Дело в том, что несмотря на то, что нижние палаты конгрессмены объявили о уходе на каникулы, и тем не менее, ключевые фигуры из комитета, который занимается переговорными вопросами по безопасности границ, с одной стороны, и обеспечение голосования всех конгрессменов по вопросам оказания помощи Украине, Израилю и другим странам, они остались в Вашингтоне, они не уехали. Вот это очень важно. И я полагаю, что есть еще до 50% шансов, что до конца этого месяца, то есть до января, 1 января,
уже договоренность будет о голосовании в Нижней палате и поддержании вот этих 106 миллиардов, которые просит Байден. Вот это очень важно. Почему? Потому что Байден официально сказал, что он поддержит рассмотрение вопроса безопасности границ с Мексикой. Это главный вопрос, который выдвигают республиканцы. Это очень важно. С другой стороны, давайте не будем, знаете, вот расстраиваться. Помощь ни на одну минуту оказания Украине не останавливалась. Она была и будет. Например, в Пентагоне еще имеется более 4 миллиардов денег для Украины. Вот эти деньги будут постепенно, порционно адресованы тем видам вооружений, в которых Украина нуждается. Это первое. Второе. Уже, вы знаете, самим спикером неофициально в кулуарах было высказано предположение о существовании плана Б, если вдруг вот эта проволочка с согласованием по оказанию помощи Украине будет продлеваться и в январь перейдет, то будет работать другой вариант, как называемый, как сказал, план Б, это обеспечение Украины оборудованием военным из НЗ, неприкосновенного запаса Америки. Вот это очень важно. Понимаете, а потом стоимость вот этих вот видов оборудования будет вычтена из 61 миллиарда, которые будут адресованы Украине. Тем более, что эти все деньги идут на оборонку Америки. Так что тут никто ничего не теряет. Украине все равно. Главное Украине, чтобы пришло оборудование. Именно то, в чем Украина нуждается. Речь идет о наступательных видах вооружений. Оно будет, поверьте, никогда Америку Украина не оставит. Не дай бог, плохо Украине будет, плохо Америке. Мы это все понимаем. Еще раз повторю, 68% американцев за неукоснительную помощь Украине. Это никто игнорировать не может и не будет. Поэтому дай бог, помощь была, она идет, и мы скоро будем с вами свидетелями успеха в ВСУ в контрнаступлении, оно будет обязательно, вот, и праздновать победу. Обязательно. Я вам больше скажу, вот этот вот хороший месседж из Европы о том, что начинается уже рассмотрение вопроса участия Украины в Европейском Союзе, подталкивает западные страны, прежде всего члены НАТО, интенсивнее, успешнее готовить Украину к вступлению в НАТО. Я думаю, что такое предложение будет сделано уже в июле, когда члены НАТО будут отмечать очередной саммит, юбилейный, 75-летие НАТО в Вашингтоне. Вот тогда Украине будет сделан подарок, предложение Украины стать членом НАТО и начать процесс вступления Украины в НАТО. И мы будем... Но я вам заверяю, Украина победит до этого. Мы будем с вами праздновать победу. Дай Бог. Ви мене зарядили надією і вірою. І дякую вам за такі цікаві новини. І про Атакамс, і про те, що не 300 мільйонів, а 800 мільйонів. І я вам дякую, що все ж таки вдалося нам з вами поговорити, що ви доєдналися до нас. Про американський кейс допомоги ми говорили з Борисом Пінкусом, керівником окружного відділення Республіканської партії Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки.